Всем пискам кис, всем кискам пись. Прикольненький такой чел, да? А у него недавно вообще-то в ТикТоке 300 тысяч просмотров на одном видео было, а на другом 60 тысяч. И мы это праздновали. Давайте вы тоже как-то это подпишитесь. Это я. Это тоже я. И это я. Не знаю еще, что я через 2 дня буду делать что-то с волосами. Ну а тут я уже поняла то, что меня достали мои дебильские сраные волосы, и я хочу себе что-нибудь новенькое. А поскольку я сильная и независимая девушка, я на следующий же день записалась в салон на стрижку. Это последний день с этими дебильскими сраными волосами. О май гад. Ой, гад, какая тушь. Мне как будто сейчас ресницы просто оторвутся. Мы зашли в лифт, и там орал какой-то чел: мы такие вкусняшка. Здесь я максимально расстроилась, но не подала виду. А когда мне начали мыть голову, я была в полном шоке и не хотела прощаться с волосами. Потом я показала парикмахерше вот эту вот девочку и туториал, по которому она стригла волосы. И попросила меня подстричь так же, на что мне сказали: у тебя слишком пушистые волосы, так же не получится. Я такая... Потом мне начали уже отмечать, где мне будут отрезать. Я очень сильно волновалась. Ведь это мой первый раз в парикмахерской, я не хотела быть реально лысой. Когда мне начали сушить волосы, я начала очень сильно жалеть о том, что я пришла в парикмахерскую и отдала свои деньги, ведь стрижка мне не понравилась. Купили еще набор для окрашивания такого. И еще мы какие-то дешманские маски купили. Не реклама. Я покажу, как использована щеточка. Да не щеточка ты. Распаковка. Дешманские маски, все это проблемы. Опа, смотрите, какая на райончик пришла. Мы начали подготавливаться к покраске и замешивать осветлитель. Чтобы не возникло аллергической реакции на краску, мы намазали мне лицо и шею какой-то застывающей маской для лица. Передние пряди осветляла я, а задние Лёша. Она уже почти слилась, еще немного подождем и будем смывать. Осветилась какой вот таким вот каким-то желтым эффектом. Ну неплохо. А вот сзади мы осветляли просто зря, потому что там нету тупо ничего. Запомните, дети, чтобы вы не выглядели как серийный убийца, который убил 18 человек, надевайте перчатки. Я нанесла тонику, сейчас будем ждать, пока она покрасится. Какая красивая!
Еще я решила сделать укладку для большего эффекта. Я даже не знала, что так офигенно получится. А еще я в ТикТок выложила вот такое видео, и оно залетело на 450к, поэтому я была в полнейшем шоке. На моем видео! И все говорят, какая я красивая! И в честь этого моя любимая ЛПшечка купила мне торт и встретила перед школой с ним. Кузняшка, да? Спасибо всем за поддержку, я очень сильно вас люблю, всем бай.